Конференции нужны для того, чтобы ищущие личности скорее смогли найти себя. Информация, которая дается в конференциях, она очень хорошо способствует тому, чтобы человек скорее мог найти себя, свою личность. Организаторам хочу сказать, во-первых, огромное спасибо. И есть пожелание, что 2 дня, естественно, мало. Надо хотя бы 3 дня, чтобы конференция шла 3 дня. Потому что в первый день, когда человек слушает это все, второй день это все человек переваривает и перепринимает. И в третий день уже человек, он уже... как бы готовенький, уже улетает от нашей конференции. Конечно, приезжают отовсюду, из разных стран, но чтобы человек, который приехал на конференцию, он уехал уже как бы готовым, уже получил все, что нужно. Потому что за 2 дня, я считаю, это очень мало. Хотя бы надо на 3 дня продлить конференцию.